Я почему-то уверен, что пропитанный сливочно-чесночным соусом картофан не оставит вас равнодушными к этому блюду. В нашей семье такое блюдо съедается сразу, не успев остыть. Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами Александр Чернов. Сейчас приготовлю один из самых моих любимых гарниров с детства. Это картошечка. Но приготовлю я ее с чесноком, сливочным маслом и в духовке. Оставайтесь со мной. Для приготовления этого блюда мне необходимо картофель, масло сливочное, сметана, жирность 10-15%, сыр полутвердый, чеснок, соль, петрушка и сушеный укроп. Хорошо промытый картофель, неочищенный, довести до кипения, добавить половину столовой ложки соли и варить ровно 10 минут. Пока картофель варится, а затем остывает, приготовлю заправку. Мелко порежу свежую петрушку. В растепленное сливочное масло всыпаю петрушку и хорошо смешиваю. Сюда же добавляю соль вместе с сушеным укропом. Чеснодавкой или прессом, кому как нравится, давлю чеснок. Смешиваю массу с чесноком. Далее на средней терке натираю сыр. Терка удобная, работает в обе стороны. И влево трет, и вправо трет. Сыр также отправляю в заправку и перемешиваю. Смесь хорошо перетерта, и настала очередь сметаны. Сметана в рецепте не должна быть кислой. Также тщательно смешиваю содержимое со сметаной. Смесь должна получиться вот такой густой. Сливочно-чесночная смесь готова, смажем ей картофель. С остывшего и наполовину готового картофеля я счищаю шкурку. Обычно я шкурку не счищаю, в ней очень много витаминов, и запекаю вместе с ней, что и вам рекомендую. Для запекания блюда понадобится противень, который густо смажу сливочным маслом. Разрезая картофель на половинки, выкладываю на противень срезом вверх. Картофель полностью уместился в форме. Размер прямоугольной формы 18 на 25 сантиметров. Густым ровным слоем выкладываю заправку. Мне заправку удобнее выкладывать обратной стороной с чайной ложки. Немного ее разровняю и отправляю в разогретую духовку при температуре 220 градусов, приблизительно на 25 минут, до готовности. Сорок минут понадобилось моей духовке, чтобы картофель пропекся. Картофель хорошо пропечен, аромат стоит обалденный. А если посыпать сверху еще свежим укропом, будет просто бомба. Чесночный аромат запеченного картофеля, он бесподобен. В нашей семье такое блюдо съедается сразу, не успев остыть. Приятного вам аппетита! Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если рецепт понравился, буду рад, если вы поделитесь им в соцсетях и поставите лайк. Желаю вам крепкого здоровья, прекрасного аппетита, берегите себя. Всего доброго!